Аришка, а я ведь посмотрел прошлое видео, и я знаю, кто стащил мои конфетки. Конфетки? Кто же? Это была ты. Там было видно, и все ребята тоже видели, что мои конфетки стащила ты, а не воришка. Поэтому сегодня вот эту конфетку я буду есть сам. Я прям на тебя буду смотреть, чтобы ты точно не забрала мою конфетку, понятно? И я ее сам съем, вот прямо сейчас. Так. Я точно смотрел на тебя, это была сейчас не ты. Так. Знаешь, я в этот раз тоже хорошо подготовился. У меня снова две конфетки, ребятки. И я за тобой внимательно наблюдаю, Аришечка. Ты ее точно не возьмешь. И у меня ощущение, что здесь ничего уже нет. У меня ощущение, что здесь конфеты нет. Где моя конфета, ребята? Второй раз. Я подозреваю, что в этот раз точно воришка из игры забрал. Вот, мы сейчас, ребята, отправляемся в игру. Я догоню этого воришку и отберу у него мои конфетки. Я тебе помогу. Хорошо. Аришка, а ты знаешь, мы в этой игре будем бегать не просто Томом и Анжелой. Мы в этот раз побегаем и Джинджером, и всех, кого мы открыли. Хорошо? Хорошо. Хорошо. А еще? А еще в этой серии вы узнаете, что это за шар. А еще в прошлый раз мы говорили, что покажем, что это за глобус. Все, ребята, много-много всего произойдет. Хорошие денечки. С каналом Папа идет. Всем привет. Вы на канале Папа и дочки. Загадочный глобус. Что же это такое? Щелкаем и... О, там... Ага, мы с тобой можем выбирать карту. Что написано? Увеличить общий счет, чтобы открыть новые миры. То есть, проходя предыдущие карты, видимо, мы сможем открыть новый. А давай посмотрим, что нас ждет. Давай. Итак, мы видим, какая-то каруселька будет, да? Потом и какие-то водные горки. Аквапарк, Том аквапарк. Том динозавр. Египет, как в растениях против зомби. Какой-то корабль викинги. Зима. Потом лес. Кристалл. Кристальный. Пещеры. Подвал. Пещеры, да. Пещеры кристальные. Автомобильчики, парк и мороженое. Плохое или хорошее. Значит, нам с тобой предстоит много чего открыть. Да. Ты готова? Готова. Отправляемся в карусельки? Отправляемся. Отлично. Но прежде чем мы с тобой побежим, мы выберем с тобой какого-нибудь персонажа нового. Ты согласна? Согласна. Давай, ты будешь первая выбирать, и сейчас мы найдем, мы выбираем. У нас несколько персонажей, ребята, открыты. Кто не видел, обязательно предыдущую серию посмотрите. Посмотрим, кто это. Анжелу можно выбрать. Хэнка мы еще не играли вроде, да? Или он нам помогал? Помогал. А Бена точно не было. Бена не было, Джинджера не было. Джинджера. Джинджера, да? Все, Ариша выбирает Джинджера. Догоняем воришку, который украл сегодня мои две конфетки. Они, наверное, были такие вкусные. Ну ничего, я увижу этого воришку. По-любому он в камеру попал. О, тебе... Кстати, у нас есть пони, которая дает нам улучшения какие-нибудь. Прикольно. Пока препятствий нету. Уху! Двойной надо было прыжок. Аккуратнее, не сталкивайся. Отли... Вниз! Аришка, ну ладно, Хэнк помогает. Ай-яй-яй-яй, все, ты быстренько как-то вспоткнулась. Давай теперь я чуть-чуть побегаю, надо... Во, они вдвоем здесь, прикольненько. Теперь я отправляюсь, то же самое. Гоу, и вперед. Бассейн. Бассейн открылся, что ли? Интересно. Так, двойной прыжок. Двойной прыжок, есть, магнитик схавал. И, о, молния, и, ух ты, смотри, какая суперсила. Скейт, да. Двойной прыжок, есть. Я огромный, быстро-быстро бегу. Сундук, мы потом откроем обязательно, посмотрим, что же там. Прыжок, прыжок, а молнию пропустил, ай-яй-яй. Эх, надо было брать молнию, у меня была бы суперсила. А вот она, молния, есть, суперскейт, несемся, ю-ху. Эй. Есть! Суперскейт! Суперскейт! Есть! Ребята, пока мне никто не помогал, я сам бегу! О, вот это я огромный! Осторожно, кран! Чуть-чуть-чуть-чуть я, ребятки, перепутал, да? Двойной прыжок, молния и... А, да-да-да, у нас уже такое было, он несется и крутит свои штучки.
У нас суперскорость. Новый рекорд! Ребята, мы поставили новый рекорд! Это круто очень! Я споткнулся. Бегу, бегу! Сундучок! Ребятки, посмотрим, что там. Как ты думаешь, что в этот раз там? Анжела. Она же уже была Анжела. Да, супер Том. Полицейский Том. Да. Полицейский Том, ребята. И... Обычный том. Обычная монетка. Обычный кристаллик. И все. Ладно, теперь давай другого персонажа выберем, Маришка. Твой, смотри, прежде чем Бена выбрать, у нас, видишь, блокнотик открылся. Ребята, посмотрим, что за блокнотик. Ежедневные миссии. Ух ты, так, собери фруктовый лед. Вперед, заверши одну пробежку. Вперед и получи очки. 50 кристаллов, вперед. Интересно, сейчас мы поменяем персонажа, ребята, и возьмем квест. Бена, выберем Бена. Ты побежишь сейчас с Беном. О, пальмы, пляж. Ура! Смотрите, как он забавно бежит. Побежали. Магнит. Есть, Аришечка, собирайся. Он притягивает. Да, ты молодец. О, смотри, подпрыгнуть надо было, Аришка. Смотри, Анжела бежит. Так. Давай еще разочек, Аришка. Давай. Сосредоточься. И вперед, Аришечка. Давай, только щеки не надувай, а то лопнешь. Замечательно. Двойной прыжок. Есть, поверху бежишь. Поверху бежишь, отлично, магнит, молния. Ух ты, смотрите, какая у него суперсила. Шлем, магнит. Вниз, вниз, вниз. Что-то ты такое взяла, интересно. Супер ускорение, когда берет, он бежит и все сносит. Сынок, отлично. Сколько нам до конца пробежки, интересно. Двойной прыжок. Аришечка, не забывай, что у тебя двойные прыжки есть. Хорошо, это два раза надо. Вверх, молодец, вниз. Эх, все, помогает тебе Бен. Двойной прыжок! Есть! Побежала, молодец! Все, сносим, сносим, сносим. Ты разбилась. Я постараюсь, ребята, как можно больше пробежать, собрать фруктовый лед. О! Так, классно. Лежу, бегу, 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 бегу. О, сердечко, сердечко, магнитик. Собираем. Сердечко собирать. Да, кстати, магнитик. Стрелка. Магнитик сам. О, человечки, да, конфеты. Машина, автомобиль. Супер, какое-то мороженое было, я его пропустил, к сожалению. Сундук! Есть! Магнит! Собираем, собираем, собираем. Двойной прыжок! Двойной прыжок! Двойной прыжок! Одинарный прыжок! И двойной прыжок! Есть, повезло! Двойной прыжок! Фруктовые мороженки! Пока все хорошо! Есть! Есть! Вниз! О, ребята, впервые у меня получилось! Есть! Я огромный! Огроменный Бен! Бежит, бежит, бежит. Молния, суперсила. Ха-ха-ха. Все разнесу, все сломаю. Двойной прыжок. Получилось. Здесь собирай все конфеточки. И монетку. Двойной прыжок. Одинарный прыжок. Молодец. Держусь. Здесь. Фух. Жалко, что у нас не было магнита. Да, магнита не было. Ну пока смотри. Нет. Фух. Том. Том помогает. Отлично. Ау, ребята, видели, как там было сложно. Ну ничего, я очень много пробежал, да? Папа, у тебя хорошо получилось, а теперь откроем сундук. Хорошо, откроем сундук, но после того, как сейчас ребята посмотрят небольшую сценку, рекламку. Ну, в общем, смотрите. Странно, а почему свет не горит и такая грозная музыка? У меня для вас интересное предложение. Давайте наберем 500 лайков и откроем этот шарик лол. Теперь понятно, почему грозная музыка и мигает свет. Этот шарик 5 ночей с Фредди. Хотите узнать, что внутри? Наберем 500 лайков. Ребята, интересно, что лежит в этом шарике 5 ночей с Фредди. Давайте наберем 500 лайков и посмотрим. А теперь включаем свет и открываем сундук. Итак, внутри сундука у нас просто один том, одна монетка и один кристаллик. Ну, ничего страшного. Меняем персонажа. Открылась новая карта.
Мир американских горок! Ладно, пробежим, раз предлагают. Посмотрим, что же в этих горках. Давай, Ричка, бери управление. Интересно же. И посмотрим, как ты спрашиваешь. Да, прикольный фон. Друзья, напишите в комментариях, кто когда-нибудь катался на американских горках, нам интересно. О, боже! Лично я не катался, Аришка тоже пока нет. Да ты можешь не защищаться, у тебя же... Ну, а теперь надо защищаться. Подпрыгнуть два раза! Эх, Аришечка, Аришечка. Вот опять эти штуки вылазящие. Так, нормально, беги, беги, беги. Сундучок! Кошечка собрала кошечку, молодец. Ой, он нам подмигнул глазом, отлично. Раз... Отлично, просто прыжок, обычный прыжок, молния, суперсила, есть, супер летящий дом, молния еще есть, усиление, это здорово. Задание такое. Ребята, представьте себе такую ситуацию, сидит Том, сидит Анжела и сидит Хэнк, они сидят, перед ними стоит столик, на столике лежит всего две конфеты, как у меня сегодня было, всего две конфеты. Как они их разделят? Ребята, пишите ваши варианты в комментариях. Пишите так. Я, ваше имя, считаю, что они... Как они разделят? Пишите в комментариях. Первые попадут в следующую серию. Все получат сердечко от канала, кто напишет. Да, молодец, Ариша. И подпрыгни, будет большой. Есть! Все, супер, гигантский дом. Собирает конфеточки. Молния, суперсила. Вперед, Ариша. Собирай все остальные препятствия. Ускорение есть, супер ускорение, супер сила, супер ускорение. Ничего себе, сколько Ариша набрала бонусов. Супер магнит, который втягивает в себя все. Так, ну ты молодец. Проскочила, эх, споткнулась. Задание, наверное, выполнено, посмотрим. А нет, немножко, собери фруктовый лед, не выполнено. Получить очки, мы собрали. 50 кристаллов, ребята, мы выполнили миссию. Да, у нас сегодня миссии еще. Значит, собери, заверши одну пробежку и собери фруктовый лед. Ну, посмотрим, будет улучшение какие-то или нет. Давай, Хэнк, не подведи меня. Помоги мне собрать полностью, короче, выполнить все миссии. Все, я постараюсь с тобой хорошо управлять. Ага, Варишка, ты мои конфетки сегодня забрал. Варишка, ты же знаешь, что он забрал мои конфетки, да? Негодяй. Запрыгну сюда. Сюда. Да, я так хотел конфеточку, мне ее забрали. Так, здесь поднырнуть. Здесь. Ого! Есть, я супер сильный и огромный. Очень здорово. В общем, я сейчас снес. Сундук! Там, собираем. Фруктовый лед, конфеточки. Анжела тебе будет помогать. Анжела? А, да, я вижу, ребята, сверху написано, что Анжела. Есть! Пока повезло! Пока повезло! Есть! Прыжок! Есть! Фух, прыжок! Повезло мне! О, я сейчас огромный буду! И я все соберу! Бам-бам-бам! Сотрешь! Этот трясется весь пол! Есть моя суперсила! Я прыгаю! Пончиками! Да, пончиками! Ау! Споткнулся! Анжела, помогай, помогай! Нам надо выполнить миссию! Вниз! Есть! Фух! Фу-фу-фу-фу, прыгающие буковки, прикольно. А, буковки прыгающие, конфетные. Прыжок надо было, есть! О, смотри, у Анжелы волшебная палочка! Аришка, она превращает все в сладости. Эх, я споткнулся, ребята. Подпрыгнул, но ножка Анжелы задела препятствие, я на... упал. Выполнение. А, фруктовые мороженые! Выполнено, собрать, отлично. Все, осталось всего лишь одну миссию выполнить, и все. О, мороженки, котики. Да, очень. Стрелочки. Кусок поезда торчит, ты видела? Да. Звезда. Звезды собираем. Стрелочка показывает сюда. Бам. Мы еще и стрелки кушаем. Да. Бам, с ускорением, есть. Вот это да. Огромная скорость, перепрыгиваем. О, тут какие-то штуки. Пляж. Дын-дын-дын, молния, есть. Мы на море. На море? Ой, ребята, оказывается, когда есть суперсила, все равно можно проиграть. То есть нельзя падать. Так, суперсила и летим. Есть, еще и ускорение. Суперсила, суперускорение и магнит. И все мне повезло. Все, есть, перепрыгнул, получилось.
Все, хорошо, выполняем уже 12 тысяч золота, 24 тысячи, а, не золото. Есть, летим, собираем. Успел. Есть, успел. Не успел. Итак, выполнение миссии. Посмотрим, что у нас получилось. Сундук, отлично. Интересно, что там нужно? О, мы можем улучшить дома. Денежек немножко дали, кристалликов немножко дали. И все, идем домой. Домой, скорее, ребята, улучшение. Вот, улучшить. 10 тысяч, чтобы улучшить Тома. Улучшаем? Есть, Том улучшим. Все? Да. Больше никого нельзя? Да, нельзя, восклицательного знака нет, значит нельзя. Так. Мы прошли. Миссия выполнена, ребята, собрать 15 тысяч золота. Все, завершено. Сундук, Анжела. И ее можно уже улучшить. Можно улучшить. Отлично, вот это классно. Класс. Все, новая миссия, но это на следующий раз. А мы переходим, чтобы улучшить Анжелу. Анжела, привет, улучшаем. Анжелу тоже 10 тысяч улучшения. Все, Анжела улучшена, ребята. Мы сегодня с вами не только поиграли и побегали за водичкой, но даже... выполнили миссии дня. Мы даже не знали, что здесь такие миссии есть. Они нам открылись. Победители прошлого видео. Ребята, на картинку попали те, кто в прошлой серии первыми ответил на задание. А, и правильно ответил на задание. Молодцы. Участвуйте и вы. А для этого надо просто подписаться на канал, нажать на красную кнопочку. Под видео. Нажать колокольчик. Вы будете всегда знать, как только выйдет видео. Вы видите, вышло новое видео. Переходите, смотрите, отвечайте на задание первыми и попадайте на картинку. И, кстати, если вы себя видите на картинке, напишите «Ура, я попала в видео!» или вот так «Ура, я попала в видео!» Ребята, хотите продолжение игры? Пишите в комментариях, поставьте пальчик вверх. А мы сегодня с вами поиграли в эту игру, а вы были на канале «Папа и дочки Геймс». С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Да, подпишитесь на канал, поставьте пальчик вверх. С нами, кстати, всегда интересно. Хорошие денечки. Каналом Папа и Дочки. Всем пока.